Parent – это переменная функция в свойствах entity, позволяющая прикреплять один объект к другому, имитируя одно целое. Например, Light Dynamic к проп-модели лампы. Объекты на карте можно прикреплять и открреплять друг от друга в любой момент. Для таких ситуаций используют trick outputs команды, такие как setParent – это то же самое, что и обычный parent, только с возможностью несколько раз менять объект назначения. ClearParent, позволяющий разорвать цепь взаимоотношений между объектами. И KillHierarchy, удаляющий родителя и все прикрепленные к нему объекты на карте. В целом, ты можешь использовать Parent практически к любым entity, кроме физических, ибо Parent между ними вызывал бы баги и вылеты игры. Parent можно использовать даже в отношении игрока, но не напрямую через указание имя цели player, а через любой триггер, который активируется игроком. Игрок активирует триггер, а тот посылает parent команду объекту с указанием на цель, активирующую сам триггер, активатор. То есть, сам игрок и является активатором. С командой parent не все так просто, как кажется на первый взгляд. Бывают ситуации, когда нам нужно синхронизировать движение не всего объекта в целом, а только с определенной его частью. Например, у нас есть NPC, и мы хотим, чтобы камера показывала нам вид от первого лица. Если мы будем использовать обычный parent и поместим камеру в голову, то видеть мы будем не глазами NPC, а как бы всем туловищем. Куда оно повернет, туда и повернет и камера. Совсем не то, что нам нужно. И вот для таких случаев была придумана outputs команда setParentAttachment, позволяющая не просто прикреплять один объект к другому, а к выбранной кости модели attachment point. Кстати, обратите внимание на интервал между обычным parent и attachment. Второй идет следом через 1 миллисекунду. Это важно. Ну, продолжим. Как уже сказано выше, объекты можно крепить к специальным костям моделей – Attachment Points. Как узнать название таких костей? А для этого нужно запустить программу Half-Life MV из папки bin. Загрузить модель и на вкладке Attachments найти нужную точку – глаза. Теперь возвращаемся в Hammer и указываем название. После чего наблюдаем идеальную картину. Камера телепортировалась прямо в глаза Алекс. А если нам не надо ничего телепортировать, то для этого есть еще один тип parent-связи. SetParentAttachmentMaintainOffset. Он также крепит объект к определенной точке, но при этом не телепортирует его в эту самую точку. Лучше всего примером такой связи будет имитация подвижных стен из Portal 2, где браши красиво закреплены за подвижные платформы. Вот и все. Если тебе видео помогло, ставь лайк, подпишись и подкинь мне на пирожок Яндекс денег. Удачи, тамадачи!